Привет, братья, в мире с вами Глуперин. Ну и как вы видите, у нас на улице очень тепло. Из-за этого мы вместе с вами выдвинулись прокататься стрит на самокате. Вчера я так сильно накатался, что у меня вот здесь вот болят все ноги. Сейчас просто вот сейчас погода намного лучше, чем вчера. И именно сегодня они у меня заболели. Поэтому сегодня мы вместе с вами будем раскатываться и будем делать мега классные трюки. Погнали! Привет, ребята, я вместе с вами. И сегодня мы что делаем? Это как видео будет называться-то? Видео стрит на самокате, покатушки на самокате там. Первый трюк, который, который обычно у нас, наш самый любимый трюк, это випчик. Поэтому делаем випчик. Сделали випчик. Следующий трюк — барспинчик. Блин, а в этой куртке как раз-таки неудобнее. Я когда подпрыгиваю, в ней вот эти вот крылья подлетают, и у меня часто цепляется. Стой, распрыжка. Не, было нормально. Что еще? Вон эти можно, давайте-ка вон эти. Забабахаем. Ой, в бок меня понесло. Еще раз, еще. В интернете есть, все, стартовый наборчик повторили. Кстати, вот еще вчера я был на Приднепровском парке, вот кто в Жлобине тот знает, там есть такая сцена, и там ярусы. И там ярус примерно вот такой вот по высоте, ну вот так вот максимум. Я с него, помню, хил 3 раза подряд вчера поставил. Это было жестко. Сегодня может даже получится просто с бордюра. У меня уже 1 раз получилось. Но я вот так вот ноги поставил и сразу вот так вот вниз. Мега потный прыжок через люк. Поехали. Короче, друзья, у нас есть вот такая вот тут плитка. Здесь раньше когда-то был магазинчик. И здесь очень классно можно дрифтить. Вот на вот эту часть вот так вот песочком посыпаешь, и оно прям вообще классно. На BMX само то. Ты вот так вот едешь вперед, просто тормоз зажимаешь корпусом вот так вот вправо, а сам прямо, и оно вот так вот прям дрифтом тебя заносит. Вау. Ну, что-то есть? Смотрите, сейчас я вам покажу. Давайте вот тут вот капельку песка возьмем. Вот сюда. О, смотрите, сейчас будет мега-дрифт. О, это только на самике. Когда-нибудь, если будет покатушка на BMX, я вам покажу, как надо дрифтить. Ну, а мы газуем дальше. А, это роллер. Я думала, это самокатер уже какой-то едет. Короче, друзья, мы тут катались и нашли плюс-минус такой нормальный дропчик. И еще там склон идет вперед, поэтому можно сказать, что он, в принципе, немного даже высокий. Поэтому сегодня, точнее сейчас, мы попробуем сделать отсюда хил. Будет 3 попытки. Если не получится, значит, идем искать следующее. Ой-ой-ой, почти, стой. Нужно получше закрутить, нужно носками закрутить, а то я как-то по-боцки закрутил. О, в одну уже есть. Ну вот, в одну ставлю, но здесь как-то высоты не совсем хватает. Друзья, смотрите, как тут много места, сейчас будет мега-трючок. Стоп, стой. Вон эти на VIP. Ну, а мы поехали искать дальше. Короче, друзья, мы придумали мега комбо там, где даже будет участвовать папа. Короче, смотрите, я вот еду. Делаю 180, еду задом. Мне папа под последний момент говорит: прыгай. Я прыгаю. Вот так вот спрыгиваю сюда, еду дальше, делаю на VIP и выход. Я понял, нужно взять скорость побольше и пока едешь, успеть выровняться. То есть прям вот так. А что ты мне прыгать не говоришь? Да там сразу прыгай, только перевернулся и сразу прыгай. Так ты мне говори, я же не вижу. Так ты рядом прыгай, я просто не успеваю. Прыгай. Успел? А, прям сразу здесь, все, я понял. Ты сразу прыгай, еще сразу надо 2 раз прыгать. А, ну ладно. Прыгай. А! Почти. Вот была бы скорость побыстрее, оно бы получилось. Прыгай. Ну да. Оно останавливает, когда там такой бугорочек странный. Нужно еще быстрее. Прыгай. А, да блин! Ну я, кстати, ровно довольно ехал. Прыгай. Как-то меня не так разворачивают. Давай тогда, наверное, сразу вот так на фейке. Да, мне кажется, лучше сразу на фейке.
Так что ты не говоришь? Ладно, это дохлый номер. По-моему, да нет, не говори получится. По-нормальному, просто и все, смотри. Давай, поехал. Прыгай. А, не, мне кажется, тут делать не надо, это будет на каком-нибудь спуске. Вот, смотри, тут идет как раз вот такая вот горочка. Вот. Я вот отсюда еду и прыгаю. Мне кажется, отсюда можно даже передом ехать. А? Передом можно ехать. Прыгай. Блин. Было, но видишь, нужно хорошо было почти. Подержать, да. Прыгай. И... Куда так быстро? Оно меня прям понесло вот так по спуску. Нужно было притормозить. Давай еще раз. Прыгай. Стой, стой, стой. Блин, а вот не это место, возможно, бы и получилось. Давай еще. Прыгай. Вот. О, я слишком сильно нажал. Ладно, как-нибудь потом попробуем, где побольше места для разгона. Кстати, вот отсюда можно круто хил сделать. Посмотри, какой тут бордюр высокий. Вторую бы поставил, было бы. Все, ставлю теперь две. Ах, не могу держать, не могу, стоп. Ой, вот сейчас было очень хорошо. Блин, я не понимаю, у меня вот эти вот... Я держу руль, я подпрыгиваю, у меня крылья подлетают, и вот здесь вот микрофоном прям вот так по пальцу шандарахает. Пипец, я уже весь палец отбил. Ноги вместе не могу держать, просто... Я не понимаю, как, я их вроде бы держу, а вроде бы они прямо перед этим... Перед тем, как ловить, они расходятся как-то странно. Есть. Есть. Наконец-то добил. Наконец-то, да. Вот я просто вчера катался. Помню, там дроп повыше был. Я вот так вот куртку прям вот вообще расстегнул, чтобы она не мешала ногам. Я три раза подряд просто поставил. Это было жестко. Ну вот с такого трамплинчика тоже. Но нужно же закрепить, нужно закрепить. Я хочу сказать, что я умею делать хил. Получается, ты сколько уже трюков нормальных таких непозерских умеешь делать? Непозерских? Барспин, вип, хил, ванетти. А какой-то будешь учить? Я не знаю, 360 как-то не хочется, но он слишком скучный. Ну, типа... А, еще я DS-вип умею, но не во флоту. Во флоту это как-то странно его делать. Хотя, стой, дай-ка я попробую. А, ну да, нормально, в принципе. Стоп. Почти сделал. Вот еще мне на 180 прокручиваться, я просто прокручиваюсь пока что только на 90. А если бы я вообще на 180, то было бы вообще круто. Ну, в принципе, можно сказать, осталось подучить и все. Тогда получается... 5 трюков. Ну, вип, барспин, ванетти, DS-вип... И хил осталось во флоту закрепить, и будет вообще жестко. Короче, друзья, смотрите, что я заметил. Что вот здесь вот можно разогнаться, и вот сюда вот как на трамплин сделать хил. Давайте попробуем. Ага, это была раскаточная. Вот сейчас точно будет. Да... Блин, мой трамплинчик заняли. Ой, блин, скорость побольше, и вполне можно. Давайте-ка... Блин, почти. Две ноги ставить было бы. Давайте третью попытку, решающую, заключительную. А, ладно, не получилось, значит не получилось. А випчик? О, випчик получится, давай. Есть. Ну, випчик, как всегда, получается. Куда еще можно? Еще. Пошли можно искать. Погнали тогда в обратную сторону. Но вот по дороге, потому что там... Иногда бывают всякие эти трамплинчики прикольные. Друзья, короче, мы тут ехали, нашли мега-мега спуск. Вот он оттуда начинается, едет сюда-сюда-сюда. И прям вот так вот далеко-далеко и очень быстро едет. Короче, я помню, уже был на этом спуске. И как-то мы с друзьями поспорили, что кто-нибудь вот так вот на большой скорости поедет и перепрыгнет вот эту вот штуку вот так. Я помню, мы как-то поспорили. У меня друг очень быстро, прям быстро едет. Он перепрыгнул, он не понял, откуда его перепрыгивать. И начал перепрыгивать не вот здесь,
А он настолько быстро разогнался, что ему даже хватило перепрыгнуть стул. И он вот так вот приземляется. Буф! В одну ногу приземляется, правда, но все же это было жестко. Но я просто съеду, поэтому приступаем. Но это, конечно, мега спуск. И вот, друзья, мы уже прокатились по всему двору. У нас во дворе ничего интересного нету. Встретили наших друзей. И поэтому сейчас, помните, с прошлого друзья, лета... Друзья, привет! У нас был такой дворик, я помню, где-то там, там, где был самодельный скейт-парк. Вот сейчас мы поедем туда, посмотрим, вдруг там что-нибудь осталось, либо же там сделали что-нибудь новенькое. Пау-пау-пау-пау-пау. Кот-носок. Ладно, поехали. Друзья, только что на наших глазах произошло возгорание тюков, возгорание соломы. Короче, поехала туда пожарка, сейчас будут тушить. Пипец, посмотрите, сколько дыма с одной соломы. Но, кстати, да, там немного все почернело. И вот, друзья, как вы видите, мы приехали на то самое место, где у нас летом был скейт-парк. Теперь здесь уже ничего нету. Ну, этого не было еще давно, еще где-то перед зимой. Но я думал, хоть какой-нибудь трамплинчик будет. В принципе, мы уже везде побывали, все поделали, поэтому давайте сыграем в скут. Давайте. На легкие трюки. О, к нам еще присоединяются. Отлично, это очень хорошо. Первый трюк. Мне, в принципе, наклеек не жалко, поэтому прыжок. Вот так. Ой-ой-ой. Одна наклейка, вторая наклейка. Уф. Третья наклейка, отлично. Нет, потом. Потом. Пускай каждый запоминает, сколько он сделал. У каждого по одной наклейке. Следующий трюк. Давайте X-Ride. Ну ты такое сможешь. Мне кажется, если ты попробуешь, это легко. У тебя 3 попытки будет. Да, да. Короче, смотрите, делаем. Опа! Ой, блин, у меня у самого как-то не получилось. У меня куртка. Куртка большая слишком. О, отлично. Следующее. О, ну да, почти было. Следующее. Следующий трюк, ну, уже нужно посложнее. Какой-нибудь там барчик. Кстати, да, давайте. Ну, все, нету у тебя наклейки, нету. Делаем барчик. Ой. Какой это бар? Это не бар. Это не бар, я знаю. Это а вы что? Ой. Ну да, типа почти. Давайте еще 2 трючка какие-нибудь там. Ну, 6, мне кажется, точно есть. А, да, у меня уже ровно 6, поэтому можно заканчивать состязание. Теперь раздаем наклейки. У меня тут, правда, не все, но вот какие есть. Давайте, подходите, выбирайте. Какую, вот эту? Давай, клей. О, тебе же нужно баник научиться, чтобы у тебя первое колесо сначала взлетало. Вот, да, вот сюда, я сюда имел в виду. Первая наклейка на тормозе. Ну, на этом, друзья, мы, пожалуй, вместе с вами закончим. Вот такие вот у нас классные покатушки получились. Правда, не совсем у нас все получалось. Будем ждать лето, теплую погоду и каких-нибудь пока ты снимешь трамплинчиков. Куртку? Да, пока я сниму куртку. Либо надену какую-нибудь прям тонкую ветровку, которая мне вот посюда будет и не будет с вот такими крыльями. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить еще больше вот таких вот классных видосиков. Ставьте лайки, пишите в комментариях, какие вы нам советуете учиться делать трюки. Всем пока! Пуф!